Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть GTA San Andreas Definitive Edition. И это, скорее всего, последний выпуск по GTA Trilogy в 2021 году. Больше я не успею. На следующей неделе, хотя этот выпуск выходит, наверное, в понедельник, я просто снимаю его в пятницу. 24-го я снимаю его, а он выйдет он где-то понедельник, я думаю, возможно. Там на последнюю неделю 2021 года у меня кое-что там запланировал. Во-первых, финальный новогодний выпуск надо снять, выпуск по GTA 5 на один мод, новогоднее ограбление острова надо снять. Ну и новогодние моды на когда седа тоже надо обязательно. Таких еще у нас не было. Ладно, давайте GTA San Andreas. Сегодня мы выполняем задание Свита. Sweet's girl. Sweet! Smoke! Ну и где же они все, ё-моё? Ну и где они, ё-моё? Никого нет, что ли? Эй, Карл, нет времени на болтовню. Семиль взялась за свое. Ходят некоторые какие-то слухи, им не нравится. Я попал, короче, в засаду. Мне надо валить все. А, ладно, чувак, я подъеду. Заедь к Эмиту, если пушка нужна. Так, вот эта миссия, кстати, довольно-таки сложная. Они могут... Не, ну нафиг. Они могут... Чуваки из этих семей могут здорово вломить нам. Они очень круто стреляют, а в них попасть, кстати, довольно-таки непросто. К Эмиту не поеду. Зачем нам к Эмиту? У него барахло всякое жуткое продается. Ничего полезного. И никогда не было ничего полезного. Ах вы, предатели скотские. Сейчас я всех вас перестреляю. И... Чё, он не дохнет? Он попадает вообще отсюда без проблем. Так, всё, я этого замочил. Ой-ой. Остался этот. Хорош. Перестреляли всех. Как-то. Да, это мой братан. Найди тачку, и мы будем уезжать отсюда. Долго искать, походу, не придется тачку. Ой-ой. Они на нашем пути, Нига. Семья Симиль зашла слишком далеко. Ничего, не волнуйся, дорогуша. Я вожу лучше, чем Си-Джей. У нее сестра Си-Джей, тебе номер ее дать? Блин, давайте ей... Может, об этом не будем пока, а? Нам надо оторваться от этих скотских предателей. Зеленые мочат зеленых, и никто не хочет семьи мирить. Симиль пытается войну с нами заключить или что-то такое. Да, неприятности у нас тут могут начаться из-за всего этого. Жди меня внутри, да. Короче, есть один чувак, который прекратит все это дело. Хорошо. Я ведь Джонсон. Да, у меня есть одно незаконченное дело. Всего хорошего, братан. Нужно...
быстренько сделать сохранение. Ограбление дяди Сэма. Для того, чтобы... Нет. Я не буду ночью это выполнять. Сохранение для того, чтобы здоровье восстановить. Которого у нас очень-очень мало. Кстати, сейчас я вижу 60 кадров вполне. Почему-то в Vice City и в третьей их не было. Ну, хотя иногда 30 FPS все равно что-то нет. А, зачем я еду? Нам же сюда надо. Цезарь Вильпандо. Мне надоело, что ты меня не слушаешь. А мне надоело, что ты считаешь меня собственностью. Я могу встречаться с кем захочу. Да, это тебе не дает права встречаться с латиноамериканским ублюдком. О, ты какой-то необразованный лицемерный бандит. Говорить мне, что правильно, а что нет. Дай-ка угадаю, Свит. Бессмысленно убивать это правильно, а любить парня из вражеской банды нет. Всякое может случиться. Я хочу знать, что у вас могут быть дети. Этот Леной Эрнандес, его зовут не Эрнандес. Ну, Лерой Лопес. Да и не Лопес. Ты просто расист. Наша мать так не воспитана. Я не расист, просто я знаю, что они о тебе думают. Да ты посмотри на себя, ты одеваешься как проститутка. О, как будто знаешь, как выглядит проститутка. О, ты говоришь, как будто это плохо. Соткнись-ка. Я только пытаюсь обезопасить тебя. Зачем? Чтобы я встречался с одним из твоих тупых дружков? Не буду. Не говори ничего, Карл. Просто следи за своей сестрой. Если ты не хочешь, чтобы у тебя родственник умер, тогда ты узнаешь, почему у меня такие беды. Она встречается с какой-то автомобильной тусовки. Как они быстро говорят, я читать не успеваю. Так, потом отвечу вам всем. Из вражеской банды? Если из балласов, то это, конечно, плохо. Но я надеюсь, что нет. Надеюсь, что... Почему обязательно вражеская? У вас что, все банды другие враги, что ли? Ты должно быть брат Свита, да? Он мне позвонил и сказал, что тебе может быть тачка понадобится, тачка с гидравликой. Я перед ним в большом долгу, и эта тачка отлично тебе подойдет к расплате. Неужели на такой тачке ты задашь жару любому лоунрайдеру в городе? Соревнования лоунрайдеров устраивают Ладинеса, это их любимый спорт. Они обычно тусуются за станцией Юнити, а если хочешь замодернизировать тачку, заезжай ко мне в любое время. Почему у Гроу Стрит нет союзников? Между прочим, балласы очень неплохо сотрудничают с вагасами. Может быть, даже еще с кем-то. Давайте покрасим тачку. Сделаем ее желтой. Нет, мне нужна только покраска. Цвета. Цвет автомобиля. Так, ой. А покраска... Это рисунок. Блин, немного непривычно. Назад так выходить. Цвет салон. Вот даже не знаю, может быть синим, может быть зеленым, или тоже желтым. Не, просто тоже желтый не надо. Будет не очень как-то стильно. Вот это вот уже как-то по-морскому. А мы не... Нет, этот точно не надо. Черный не сливается, некрасиво выглядит. Белый. Вот белый. Белый как-то не очень. Он белый скучноватый. Вот зеленый не так уж и плохо выглядит. Но также неплохо выглядит и синий. И какой лучше выбрать? Я возьму зелененький. Наверное, как-то более ретро-стилистично смотрится. В древности же были машины с зелеными салонами. Так, люди, людишки, идите нафиг отсюда. Говорят, что эту миссию в Definitive Edition сделали проще. Но я когда первый раз играл, я что-то... Вот здесь. Я что-то разницы не заметил особо.
Так, а вот сейчас уже 60 FPS нет, когда едешь на автомобиль. Ладно, чувак, давай посмотрим, что ты умеешь. Я ставлю... Ой, а как... А, вот так? А, это уменьшает, а это увеличивает. Я ставлю максимальную. Играю на все, блин. Ой, слишком рано. Как это? А почему плохо-то? Я же все отлично делаю. Другое дело. Отлично. Ура. А почему опустился-то? Ха-ха, противник вообще просто мизер какой-то. И где следующие стрелки? Опять опустился. Отлично, мне нравится это. Что ж, я видел и похуже, но ты красавчик. Это было просто офигенно! И это с каких пор мой брат стал лоурайдером? С тех пор, как Свит попросил тебя приглядывать за тобой. Убедиться, что это свидание тебя не все. Кэхондра! Круто прыгаешь, чувак. Ты только встряхнул всех только что. Эй, убери свои грязные лапы. Эй, Карл, что с тобой? Эй, Холмс, ты ведешь себя, как будто она твоя девушка. Она любит меня, каброн, так что успокойся, я с ней хорошо хожусь. Не налекай на меня атмосферу, идет, а? О, Ливанда, кто этот пиндехо? Чего ты сказал? Это мой брат. Полегче, Холмс, он не чужой, он свой. Ну я бы и так бы не сказал, что он похож на своего. Он думает, что он типа гэнста, и мне что-то это не нравится. Знаешь что ты можешь сделать для меня, а? Ты можешь заткнуться, пиндехо, вот тогда мы... Нет, нет, ты заткнись, я вообще-то с сестрой... Эй, Хосе, прекрати, я сам справлюсь. Для меня это очень важно. Ура, пиндехо, тебе повезло, что Цезарь заступился за тебя. О, ладно, пошли, парни. Глотнем немножко пивка. Меня жажда мучает уже. Карл, ты что делаешь? Детка, садись в машину, и я поговорю с Карл. Слушай, Холмс, я люблю твою сестру, я ее уважаю, она любовь всей моей жизни. Поэтому я не хочу, чтобы тебя разорвали тут на куски. Если у тебя проблемы со мной, хорошо, мы не будем друзьями. Но Кендалл счастлива со мной, Карл. Ладно, извини, братан, я думаю, мы с тобой поладим.
Цезарь Вильпандо, Карл Джонсон или Си-Джей. Каброн, у тебя очень классная тачка. Может, соберемся и как-нибудь это повторим? Да, может быть. Интересно, интересно. Да, почему вражеская банда? Он нормально к нам отнес. Он вполне нормально отнесся к нам. Эй, кто это? Это Цезарь Вильпандо. Как дела, чувак? Ты сейчас скинул? Да, она здесь. Первого мира, я хотел тебе сказать, что ты отличный водитель, любишь тачки, ну и... Да, я понял, что дальше. Ну, может быть, ты хочешь заработать чего-нибудь? А папа римский след весу? Не знаю, не знаю. Тебе виднее, но если хочешь заработать, заваливай ко мне, мы устраиваем гонки. Ты имеешь в виду уличные гонки? Ого! Да, только на онлайнерских тачках. Это будут крутые гонки. Было бы неплохо, если бы ты принял в них участие. Хорошо. Где это и когда? Короче, заезжай ко мне, я живу на Эль Корона. Поедем вместе навстречу. Эти парни могут занервничать, увидев нового гонщика. Фух, на этой тачке и поедем. На ней нет никаких вмятин. Ну, он недалеко совсем. Он вполне нормально к нам отнесся. А если он обращается с Кендалла хорошо, может быть, это сделает нас друзьями. У Гроу Стрит будут союзники. Как там называется их банда? Вариос Лос Астекас. Именно так вроде бы они называются. High Stakes Low Rider. Эй, Си-Джей, ты пришел? Да, я к ком делить-то? Привет, Карл. Привет, Ложка. Отличная тачка, чувак. Ты уверен, что хочешь рискнуть? Да, сколько победитель получит? Ставки высоки, на кону деньги, розовые щелки и все такое. На старт поедем вместе. Правила просты, победит тот, кто приедет первым. Окей, я согласен. Учти, эти парни не любят проигрывать. Я тоже не люблю. Следуй за мной, я покажу, где старт. Да, и у тебя тоже тачка прикольная. Кстати, вот в этой миссии Definitive Edition есть одна вещь, которую исправили, в отличие от оригинала. Потому что, вот, обратите внимание. Если обогнать тачку Цезаря и посмотреть, кто сидит на переднем пассажирском сиденье, там будет сидеть не Кендалл, а вообще какой-то другой женский персонаж. Здесь это исправили. Потому что игровой модели у Кендалл не было там. А здесь это исправили, и это отлично. Вперед, вперед. Моя тачка. О, нет. Только не это. Как я ненавижу препятствия и почему так сильно упал FPS? Из-за такой кучи машин, что ли? Как хорошо. Точнее, нехорошо, что нам сразу же не показывают, где будет следующая точка после того, перед тем, как мы пересечем эту, например. Хотя, с другой стороны, это, на этой точке показана стрелочка, которая показывает, в какую сторону нам надо дальше. Но в Vice City, я помню, была та миссия, где надо дуэльная гонка была. Она одна из последних, будет у нас. Там две точки. Одна та, которую мы будем пересекать сейчас, а другая та, которая будет после. Специально, чтобы мы знали, куда нам надо будет ехать в следующий раз. Ха-ха-ха-ха-ха, глотайте мою пыль, песчаные черепахи, блин.
тысячу баксов. Это, конечно, немного для нас совсем. Крутых пушек особо не купишь. Ну все, пока. А где остальные? Они что, все еще едут, что ли? Ну, это как-то немного странненько. Где они там застряли? Ладно, короче, на сегодня, наверное, закончим. Уже начинает на улице темнеть. На сегодня все. С вас и господписос. И в следующий раз мы будем выполнять задание от Джилока. И уже в следующем году мы будем это, наверное, делать. Всем спасибо за просмотр. С вас и господписос. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримерский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.